Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Диего Веласке, конный портрет Гаспара де Гусмана, герцога Оливареса, 1632-1633 год, холст масла 240×314, ну, большая картина. Гаспар де Гусман и Пиментель, граф Оливарес и герцог Сан-Лукар Ла-Майор, известный как граф герцог де Оливарес, испанский государственный деятель, фаворит и первый министр Филиппа IV. С 1621 по начало 1643 года он играл ключевую роль в управлении Испанией и его внешней политике. Граф показан перед полем брани, гордо восседающим на сдвинувшемся коне. Обернувшись через плечо, он указывает вдаль, где среди красивых пейзажей идет сражение. Колористическое решение этого парадного портрета строится на сочетании холодных оттенков, господствующих на дальнем плане, и теплых, главенствующих на первом. Благодаря этому фигуры министра и лошади кажутся материально объемными и максимально приближенными к зрителю, а пейзаж бесконечно глубокий. Вот такое описание нашел в картине Диего Веласкеса «Конный портрет Гаспара де Гусмана», герцога Оливареса. Все, всем пока, всем привет, до свидания.